Дело в том, что бюджет, доходы госбюджета Азербайджана более 50%, а точнее 53% составляет трансферты из нефтяного фонда. Даже если меньше, чем $60 будет цена нефти, средняя цена нефти, все равно это стабильно произойдет за счет перечислений из нефтяного фонда. Уже заявлялось о том, что если цена на нефть будет около $70 за или ниже, а курс российского рубля упадет там, до 43 до 44 рублей и дальше, то тогда, конечно, в Казахстане уже необходимо будет, скажем так, где-то затягивать пояса. Судя по всему, ситуация к этому приближается. Но нужно учитывать и все-таки важный момент наличия вот этого резерва в лице национального фонда, который позволит Казахстану определенный период времени, скажем так, жить за счет собственных жировых запасов.